Я тут решила снимать видео про уход этим утром и подумала, что, наверное, лучше начать в очках. Коробочка Skin Island, друзья, у нас с вами сегодня. Нет, это максимально абсурдно выглядит, все потому что отражается лампа. Ладно, не все так плохо. Мистер Кот. Внимание, презентация мистера Кота, который похож на мистеру Крысу теперь, потому что он грандиозно подстрижен, в сапожках как будто в угах ходит. А ты знаешь, что я не люблю уги. Ну, в общем, вот... Вот, ладно, когда-нибудь ты меня простишь. Но вообще выглядит он так, как будто бы ему очень нравится. Как будто бы полегчало. Груз с души просто свалился у кота. Так, ну что, поехали. Skin Island, один из моих любимейших брендов. У нас уходила грандиозная огромная коробка, которая очень красивая по упаковке. Здесь вулканы, Хекла. Вероятно, там есть такой, я помню, в общем, какая-то красивая штучка, имитирующая северное сияние. Самое главное там, конечно же, внутри. Со Skin Island у нас всегда, ну, максимально крутые коробки, потому что они огромные и дают возможность реально познакомиться с брендом. Вообще, именно брендовая коробка, чем мне нравится, тем, что у вас есть срез по бренду, и вы можете попробовать какие-то продукты, которые вам... Мистер Кот, пойди грызть шуршащую, блестящую штучку куда-нибудь в другое место. Так вот, коробка дает возможность попробовать концепцию бренда. Не только отдельные продукты, которые подходят для той или иной кожи, а именно понять, как концептуально строится бренд. И попробовать ингредиенты, попробовать текстуры. Короче говоря, на 360 градусов посмотреть на бренд. Отдать мистеру Коту шуршащую штучку было огромной ошибкой. Ладно, поехали, открываем. Это уже не первая коробка Skin Island. В первой были хиты, возможность попробовать что-то необычное. Эта коробка также насыщена хитовыми продуктами и плюс новинками, с которыми тоже важно знакомиться. А вот теперь офигейте, пожалуйста. Та-дам! Практически все продукты в этой коробке полноразмерные. Так, все достаю и буду идти в неком своем порядке, логичном, как бы я этот уход весь использовала. Первое, что мы сделаем, и обожаемое мной, это маски. Во-первых, потому что я буду хороша, буду сидеть в них спокойно рассказывать вам про все остальные продукты. Ну и это действительно суперэффективные маски. Все на патчевой основе продукты Skin Island, мои самые любимые. Начнем с патчевой маски для лица. Она у меня, кстати, была как-то в моей инстаграм-рубрике «Новый день, новая маска». Если вы не подписаны на меня в инстаграм, вы много теряете, потому что там регулярные промазки, выдержки из Крыгинабук и идеи мейков, и я просто симпатичная, с вами там кокетничаю, показываю, как я одеваюсь. В общем, короче, подпишитесь. Так вот, в моей рубрике инстаграмной «Новый день, новая маска» уже эта маска присутствовала, потому что она прям достойна отдельного внимания. Дело в том, что это вот как знаменитые патчи для зоны вокруг глаз, только для всего лица. Идеально. Так, лепим, потом рассказываем. И нижнюю часть. То, что две части отдельно, хорошо помогает маске не отклеиваться, потому что дает вам возможность для какой-то минимальной мимики. Даже сможете пить кофе. Итак, вот у нас есть, значит, замечательная маска, которую вы надеваете на минут 10. Я сейчас прям побалдею, потому что от нее очень круто уходит отечность. Я такие маски храню в холодильнике, потому что когда они холодные, холодный гель, он еще сильнее убирает воду лишнюю, всю выгоняет. Их очень удобно брать с собой для тех, кто часто летает или путешествует, или для тех, кому нужен экспресс-уход. Это, конечно, идеально, потому что вот достал, налепил и делай дальше все свои дела. Хоть волосы выкладывай, хоть одежду подбирай, хоть детей в школу собираю, они поржут, конечно, но все равно прикольно. Ее одно из важных качеств — это то, что она выравнивает тон лица. Она немного отбеливает темные участки. То есть, если у вас, например, следы постакне, или если у вас пигментные пятна, или какие-то там еще признаки фотостарения, то вам, конечно, прям прописана такая маска. И вот сейчас, наверное, многие подумали: ой, у меня нет постакне, нет у меня, значит, пигментных пятен, но мне не надо. Я вам хочу сказать, что у меня тоже нет постакне, и у меня нет пигментных пятен, но есть микро цветовые вот эти вот дефектики. Если вы пользуетесь тональным кремом, значит, они у вас есть, потому что вы что-то выравниваете. Если вы с тональным кремом нравитесь себе больше, чем без него, значит, микро вот эта разница в оттенках, она у вас есть. А почему мы, когда тонируем лицо, такие сразу клевые? Потому что у нас цвет лица становится ровный, однотонный. А хочется же, чтобы он от природы был такой однотонный. От природы он так не будет, а вот от ухода может, ну, по крайней мере, можно приблизиться к нему. Поэтому осветляющие продукты, они не только для тех, у кого есть выраженные проблемы. Они для тех, у кого даже микронамеки есть на подобные проблемы. Она подходит для любого типа кожи, хотя вообще вся продукция Skin Island, она сами как Skin Island говорят, для стрессовой кожи. Для кожи, на которой все. И сухие участки, и раздраженные, и покраснения, и прыщи, и тусклость, и сухость, и жирность. Вот
просто для всего. Потому что когда кожа в стрессе, она вообще не может определиться, какого она типа. Здесь в том числе гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу и помогает удерживать влагу, скорее даже правильно будем говорить. Экстракт чайного дерева, который, собственно, осветляющий вот этот эффект, имеет экстракт корня солодки для сияния. И витамин С, который замедляет процесс старения, тоже осветляет, заряжает кожу энергией. В целом ее можно делать раз в неделю. У меня был период, когда я каждый день делала, когда мы мейкаперы снимали. Потому что, ну, как бы вот эти 2 часа закончить съемку, 8 быть с утра на площадке, это, конечно, всегда сложный достаточно период. Я просто лепила и иногда в ней прям приезжала на площадку. Держать ее достаточно минут 10, но я держу, пока она сама не отлепится. Так и тусуюсь. Я один раз с ней заснула. Проснулась, она рядом лежала со мной, такая хорошенькая, спала на подушке. И, конечно, для тех, кто отек входящий, это супер маска, потому что она охлаждающий еще дает эффект. А это вы же понимаете. Лучший способ избавиться от отека. Так, едем дальше. С этой маской разобрались. Маска для шеи. Я главный пропагандист ухода за шеей, потому что ничто так не выдает возраст, как шея. Вот я даже по себе вам могу сказать, вот я выгляжу как тинейджер в целом-то, и как бы не планирую меняться, мне вот очень комфортно. Но шея, то, что мне 32, вот единственное, что может об этом сказать, это моя чертова шея. Моя любимая шея. Нельзя так говорить про себя. Вот, поэтому для шеи у меня всегда есть отдельный уход. Я думаю, что я вообще о шее как-нибудь отдельное видео посвящу. Или пост на сайте. Но вот у Skin Island есть отдельный патч именно для шеи. И у него есть очень классная фишка. Потому что он вас дисциплинирует. Помимо того, что это уход интенсивный для области шеи и вот самой вот этой вот проблемной зоны, которая выдает возраст, да, тут полоски всякие начнут появляться, вот это вот все. Этот патч заставляет сидеть прямо, потому что в шее, вообще в молодости и в красоте шеи очень важна осанка. Так вот прилепили, и вот что очень важно. Вот когда вы сидите ровно, отлично держится патч. Как только вы согнетесь, он будет отклеиваться, потому что вы сгибаете шею. Understand? Поэтому я сейчас как Нефертити буду сидеть. Очень деловая, о нем рассказывать. Это... Блин, как смешно. Так, где мой эликсир молодости? Кровь девственниц, значит. Молодые любовники. Где вы все? Королева на троне. Главная фишка этой маски — это борьба как раз-таки с горизонтальными вот этими линиями, особенно глубокими. У нее в составе растительный коллаген, чтобы заполнять и насыщать кожу упругостью. Насыщать кожу упругостью, так можно сказать. Ну, короче, вы поняли, да, чтобы кожа была более эластичная, не заламывалась в морщинки. Кожа должна складываться и обратно раскладываться, и быть эластичной. Вот это как раз то свойство, о котором я говорила. Здесь вот, чтобы вы понимали, как шея устроена, вот тут вот тоненькая мышца, она вообще как тряпочка. И на ней все вот это держится. Просто все. И она очень быстро теряет тонус. И из-за этого она начинает провисать, и появляется вот эта дряблость. А патч наполняет кожу влагой, запечатывает ее там, и дает коже запас вот этой эластичности. И это патчи, которые я вообще рекомендую проходить курсом. Ну, я не знаю, как у вас там по бюджету, но я покупаю упаковку и каждый день делаю. Потом небольшой перерывчик, потом снова. Они у меня все время в холодильнике лежат, чтобы также был охлаждающий эффект. И, кстати, вот этот патч для зоны шеи очень отличается от всех остальных патчей Skin Island, потому что на нем есть такие микрорельеф, такие точечки, которые, когда вы наносите, дают коже еще дополнительный массаж, улучшают микроциркуляцию, чтобы вот это анти-эйдж действие было более эффективным. И даже если у вас сейчас нет выраженных морщин, озаботьтесь тем, чтобы у вас их и не было. Вы должны понимать, что здесь кожа так устроена, если здесь морщинка вот заламывается и появляется эта полоска, черт возьми, от нее потом так сложно избавиться. Она просто никуда не уходит. Вам придется столько времени посвящать своей шее, чтобы она выглядела моложе. Потому что вы должны понимать, как устроен, блин, этот мир. Когда тебе 20, у тебя глаза сияют, и все только на них и смотрят. Когда тебе 40 или 30 уже, все начинают смотреть на твою шею, на твои колени, кстати. И не то, чтобы надо сильно по этому поводу переживать и там всю жизнь под это подстраивать. Нет, ну просто уход дополнительный, он нужен. То есть, если раньше вам было достаточно одного универсального крема для лица, то вы же понимаете, да, у вас потом появляется крем дневной, крем ночной и точно так же отдельный уход для шеи. С помощью патча это вообще проще простого. Двигаемся дальше. Жалко, конечно, но придется снять все. Я бы еще посидела с удовольствием. Следующий продукт у нас в коробке — диски эксфолианты. Обожать по-другому не сказать никак. Эти диски у меня должны быть всегда, прям вообще всегда, потому что без них
Я чувствую, что моя полка неполноценная. Они созданы для того, чтобы приводить в порядок проблемную и склонную к появлению каких-то высыпаний кожу. Они отшелушивают, очищают поры. Они очень ощутимы. Их действие прям очень чувствуется на лице. Когда я первый раз про них рассказывала, я приводила вам пример, что у вас, скорее всего, будет такое ощущение, что вас бензином облили и подожгли. Но это может быть первый раз только. На самом деле они очень эффективны, и вот этот охлаждающий, такой немножко даже пестеркот по мне вот прошел, оставил следы. На самом деле вот этот вот жгучий немножко, а с другой стороны охлаждающий эффект, он как раз таки и дает вам ощущение вот этой свежести, быстрого заживления, и вы прям вот ими пользуетесь, и вы четко понимаете, что средство работает. Мне кажется, здесь есть еще какой-то психологический момент. Сами они из очень мягкой ткани, они хлопковые, нарезанные готовые диски в банке, пропитанные раствором. Никаких ватных дисков, ничего не надо. Один диск достал, протер, выбросил. Очень хорошо отшелушивается верхний слой, кожа такая чистая становится, прям поры очень хорошо вычищаются. Вот для тех, у кого черные точки или прыщи, просто идеально. Плюс выраженный заживляющий эффект, дезинфицирующий эффект. Тонус как-то по ощущениям повышается. Кожа очень нежная такая, прям дышит. Нет никакого ощущения сухости или стянутости. И очень хорошо, кстати, кожа воспринимает маски. Это хороший подготовительный такой этап, если вы собираетесь намазаться какой-нибудь маской. Или даже эту налепить. Короче, диски — это must. Вот это один из топовых продуктов Skin Island, который вот я выделяю прям свой список must-have в Skin Island. И, кстати, Skin Island очень комфортен для мужчин. Если вы следите за своим парнем, или если вы сами парень, и у вас есть высыпание на коже, линейка, которая очень комфортна. Вот если дать рекомендацию для пацанов, это пенка для умывания. Она уже была у нас в предыдущей коробке. Это диски эксфолиант и крем-гель антидот, который тоже был в предыдущей версии Крогинобок Skin Island. Вот три продукта, которыми они легко мажутся, им комфортно, им нравятся отдушки, и это действительно очень эффективно. Если есть локальные прыщи, то есть специальная штука для того, чтобы локальное высыпание подлечивать. К ней давайте, собственно, перейдем. Это следующий продукт в коробке, также полноразмерный. Это гель для проблемных участков. Это очень мягкий заживляющий гель. То есть, если есть какие-то проблемные участки, как назло, их нет. Ну, допустим, вот типа тут. Вы так немножко намазали и спокойно идете спать. Или даже я наносила поверх макияжа, потому что у этого продукта нет высушивающего эффекта. У него заживляющий эффект. Это две большие разницы. Потому что этот гель не раздражает кожу. Наоборот, ее восстанавливает, увлажняет, снимает воспаление за счет экстракта коры ивы. Но не разрушает кожу. Вот есть продукты достаточно жесткие такие для прыщей, которые локально наносятся. Вот прям наносишь и понимаешь, что вот сейчас кожа высохнет. И потом будет вместо прыща просто шелушащийся участок, отслаивающаяся, высохшая кожа. Здесь такого не будет. А наносить каждое утро, каждый вечер, на ночь обязательно, на все проблемные участки, где бы они у вас ни были. После умывания точечно вот дисками протерли, точечно нанесли под крем. Следующий продукт также полноразмерный, это эликсир, это сыворотка для лица. Арктик эликсир, один из также хитов, потому что это очень легкая сыворотка, которая не создает ощущения тяжести, липкости на коже. У нее экстракт малины, точнее ее стебля. А это зарекомендованный растительный пептид, эффективно устраняющий первые признаки старения, придает коже заметно отдохнувший вид. Эта сыворотка активирует восстановление клеток, повышает эффективность кожи, стимулирует все естественные восстановительные процессы, синтез нового коллагена, например. Шею не забываем. Вот если у вас кожа в стрессе, и вы в стрессе, и стресс уменьшить не получается, уменьшайте хотя бы его воздействие на кожу таким способом, потому что это один из, наверное, таких прям наиболее эффективных продуктов. Вот за недели три использования вы сразу увидите результат. Наносите тонким слоем, много это не значит эффективнее, здесь совсем чуть-чуть нужно, тем более, что сверху обязательно нанести увлажняющий крем, потому что помимо собственной эффективности, она еще эффективность крема повышает и дает такое ощущение, что вот кожа в тон. Сыворотка для зоны вокруг глаз.
Единственная миниатюра, хотя если учесть, что это для зоны вокруг глаз, где продукты вот столечко нужно, это вполне travel size. Короче говоря, это отбеливающая сыворотка против темных кругов под глазами с арктическими пептидами. Полноразмерно она выглядит вот так. У нее очень легкая текстура прозрачного такого жидкого геля. Она хорошо увлажняет и дает осветляющий эффект для темных кругов под глазами, как я уже сказала. Легко наносится, легко впитывается, можно немножко дать похлопывающий такой эффект. Близко к слизистой не наносите, лучше ниже, чтобы не попало в глаза. Она очень быстро впитывается, оставляя такой тонкий защитный слой. И можно нанести сверху крем, и можно запечатать этот эффект патчами, что мы сейчас и сделаем, и дать еще больше вот этого отбеливающего, восстанавливающего эффекта. Она очень хорошо помогает избавиться от припухлостей, разглаживает морщинки, особенно мелкие, вот этот микрорельеф, и осветляет темные круги. Это очень активная сыворотка, она прям наполняет кожу влагой. Очень заметно ее действие, когда возрастные изменения реально есть, и когда сухость и вот эта такая излишняя тонкость кожи под глазами, она вот уже заметна. То есть, если у вас этой проблемы нет, то, может быть, вам просто крем для зоны вокруг глаз будет достаточно. Если эта проблема имеется, и вы уже видите, что в зоне вокруг глаз отражается ваш возраст, ваш стресс, ваши все достали, то вам с этой сывороткой будет по пути. Крем! Полноразмерный также продукт в коробке, это Pure Cloud Cream, офигенный крем, мне кажется, вот прям в одном из первых моих упоминаний про Skin Island 100 лет назад, я также о нем говорила, потому что это крем облачком, он так и называется, Pure Cloud, крем для самых нежных. Очень сложно показать через камеру айфона эту текстуру, но она как панакота, она как полжеле, полукрем, то есть у него какая-то такая взбитая текстура, прям как облачко. Он очень хорошо увлажняет, очень легко. О, этот аромат, как я скучала. Он очень классно пахнет, знаете, таким пломбиром или чем-то таким, но не приторным. Очень свежий у него аромат какого-то мороженого с легким цитрусом. Он очень эффективно увлажняет. Смотрите на крысу эту. Мистер Кот, ты такой красивый, тебя все равно очень люблю. Тебя вся твоя шерстка отрастет обратно. Это был плохой эксперимент. Ему просто очень жарко было, очень тяжело своей шерсти. У него легкий охлаждающий эффект, он прям тает на коже. Моментально впитывается, при этом оставляет после себя такой полуматовый финиш. Цвет лица выравнивается, заметно кожа бархатная становится. И вот если есть покраснение и раздражение, то они также успокаиваются, за счет этого цвет лица становится ровнее. И он абсолютно универсальный. Он как дневной, как ночной хорош, потому что у него своя есть эффективность. Хотя в Skin Island очень крутой ночной крем, Oxygen крем. Поэтому Pure Cloud я больше рекомендую использовать именно как дневной. Тем более, что на него очень хорошо ложится макияж. В нем целый букет полезных компонентов для кожи и гидролизованный рисовый белок, и комплекс иммунобуст, который повышает защитные барьерные функции организма, кожи точнее. Экстракт алоэ, экстракт овса, который дает этот увлажняющий, успокаивающий эффект. Короче, прям очень универсальный крем и, наверное, один из самых классных продуктов для знакомства со Skin Island. И финально в нашей коробке патчи для зоны вокруг глаз. Раз я уже говорила, что сыворотка намного крута в сочетании с патчами, давайте их и налепим. И на этом закончим. Смотрите, патчи эти очень крутой формы. Я уже тоже об этом много раз говорила. В зависимости от вашей проблемы. Хотите вот так, хотите вот так. Как вашей душе удобно. Если у вас здесь больше морщинок и гусиных лапок, клейте вот так. Если у вас больше припухлости и вот эта вот разница рельефа здесь, да, и может быть какая-то отечность, лепите вот так. То есть наносите полезные компоненты ровно в то место, где кожа в них особенно нуждается. Skin Island одни из самых, наверное, крепких патчей, то есть они прям очень устойчивы на лице, прилепил и забыл, можешь заниматься своими делами, можно даже макияж делать, они спокойно там будут себе действовать. Я хожу с ними, пока не отлепятся, как, точно так же, как и с маской. И вот на самом деле действие маски, которая на все лицо в самом начале была, она очень похожа на действие патчей, то есть такое ощущение, что это типа патч на все лицо. Они очень концентрированы. В принципе, как и вся линия Skin Island, эта косметика очень эффективна. Вы прям сразу будете чувствовать, что с вашей кожей что-то происходит. Эта косметика
работает. Она прям действует. У них охлаждающий эффект, у них хороший именно вот этот вот компрессионный эффект. Он сдавливает немножко кожу, уходит отечность из подглазного пространства. Плюс сам по себе гидрогель наполнен увлажняющими компонентами, осветляющими в том числе. Если вот у кого прям коричневые круги под глазами, то там вообще заметно действие. Он улучшает микроциркуляцию в этой зоне и повышает упругость. То есть на такой запас упругости на день. Потом это очень хорошо заметно в мимике. И вот чем дольше вы с ними ходите, тем лучше. Вот хоть прям на ночь и спите с ними. Вот пока не отвалятся. Они в какой-то момент сами начинают отходить, просто потому что кожа нагревается, гидрогель, и уже начинает немножечко так сжиматься, подсыхать и отслаиваться от кожи. Что еще нужно знать про эти патчи? То, что, конечно же, они намного эффективнее, если хранятся у вас в холодильнике, потому что помимо естественного охлаждающего эффекта, охлаждающий эффект физически, когда они холодные, даст еще больше результат, особенно если вы отекший человек по утрам. И это вообще очень хороший продукт на ходу, как я говорю. Вы можете заниматься любыми своими делами, они не отклеиваются, и можете, в принципе, даже, не знаю, поехать с ними уже на работу, они будут действовать. Я иногда в машине просто сижу и прямо поверх макияжа их приклеиваю, тусуюсь, потом чуть-чуть поправляю мейк, и все, и готово. А поверх них отлично макияж поправляется и ложится. И вообще, если вы визажист, и если вы по чеку своих услуг сможете позволить себе использовать в работе патчи Skin Island, то в анти-эйдж макияже вам зоны вокруг глаз реально будет работать намного проще. Вот, собственно, еще одну коробку Skin Island раз забрали. Надеюсь, что скоро будет новое, потому что это одна из самых хайповых тем, так как это бренд, который надо пробовать. Я могу сказать по клиентам нашего магазина Beauty Store, что у Skin Island самая большая база фанатов. Он не поставляется огромными партиями в России, как только он появляется у нас на сайте. У нас огромный лист ожидания всегда на него, на все эти продукты, и просто только привезли, и уже нет. И я вижу, как за этими продуктами люди возвращаются. Я это вижу электронно в повторных заказах. Это круто, это значит, что бренд эффективен. Ну и я сама вот сколько продуктов пробую, все равно у меня Skin Island всегда есть и всегда отдельным прям каким-то особняком стоит в уходе, потому что это бренд, который настолько fall in love with my skin, что я все равно к нему всегда возвращаюсь. Ладно, пойдемте собираться покорять мир, чем займемся сегодня. Попробуем завоевать мир, да, Пинки? Вот, все, всех целую, всем пока! С патчами буду ходить, пока не отклеится. А потом мейк, кстати, вам сниму. Вот, все, до скорого!